Здрасте. Назвался блогером, пиши обзор, да? Я что-то такая ленива стала, в общем, мне еле взяла себя за жабу, чтобы написать какой-нибудь обзор, чтобы вот так вот, не то чтобы на отцепись, но чтобы пока что-то было до того момента, пока меня вдохновится там сделать то, что еще от меня хотят. Обзор, как говорится, повторение мать учения, да? Это вообще отдельный обзор на вопрос, который был уже, кажется, в ответах, вопросах или как-то так. Писать, я не знаю, это как-то странно, но раз уж есть такой запрос отдельного видео, то пусть будет, в общем, запрос на тему моих любимых блогеров. Наверное, я вас разочарую, дорогие зрители, мальчики, девочки и тому подобное. Фоном у меня там кот хавает свой китикат, если вдруг что. Часы тут текут, время я, конечно, не заметила. И батарея, точнее, аккумулятор, зарядное устройство, если быть совсем точной, видимо, у меня хлопает ластами, потому что, в общем, заряжать через раз, надо будет его менять. В общем, суть такая, что любимых блогеров, вот чисто таких конкретно любимых, без которых я в жизни там это, ой, день не проживу, месяц не проживу, раз в месяц посмотрю и все, вот так вот, чтобы конкретно так мониторить, у меня нет. У меня сейчас там в подписках есть, ну, на кого я подписана, это, соответственно, два не блогера, но я не знаю, они к бьюти-блогерам никакого отношения вообще не имеют. И, в общем, Алена О, по-моему, у нее канал теперь называется просто Алена, Настя Лукьянова, и Наталья из Германии, и Елена Снегирева, которую я периодически называю как Аленка. Ну, точнее, зрители такие постоянные моего канала, вроде как должны быть в курсе, что Аленка и Елена Снегирева одно и то же лицо, которая меня исподвигла на эти видеоблоги. В общем, если раньше там, возможно, я смотрела, да, было дело ее постоянно, то сейчас я смотрю так. Мне дико нравится чисто сам тембр голоса, то, что говорит, там вот, не всегда именно то, что говорит, а именно вообще сам голос фоном слушать Наталью из Германии. Я там могу в шкафу разбираться, что-то делать, краем уха иногда заглядывать на монитор. Но вот ее чисто фоном слушать, это вообще блаженство для ушей, это все равно, что если я редактирую текст, мне так хорошо. Ну и примерно вот с таким сравнением. Иногда, конечно, я смотрю, вот тот что-то там услышала, это не только к ней относится, вообще вот даже у Алены я не все смотрю. Что-то я тыркаю, что-то мне вот нравится, я смотрю там до конца, еще коммент иногда оставляю. У Насти Лукьяновой точно так же вместе с Аленкой. Ну, в общем, то, что что-то мне вот там, я вижу тему какую-то, мне нравится, я тыркаюсь, я смотрю. Я смотрю двумя глазами, четырьмя глазами. Или же я смотрю в полглаза и что-то попутно делаю. Или же я просто слушаю, и что-то там меня заинтересовало. О-о, именно то, вот, все, что я хотела, что-то там увлекло, я чисто ставлю на паузу, перематываю там на момент, который мне хотелось услышать поподробнее, и вот я смотрю так более внимательно. Или же я смотрю так совсем конкретно внимательно, если мне там какая-то тема дико интересна. Очень внимательно я смотрю видео девчонок после наших, в общем, встреч в реале. А то я, наверное, опять что-нибудь невнятно скажу, и потом будут какие-нибудь комменты, что что-то там не расслышали. В общем, после того, как я встречаюсь с Аленкой, соответственно, очень внимательно, и даже жду некоторые видео, я чисто просто действительно жду у девчонок, и я просматриваю. Ну, так вот, чтобы... О, как там вы считаете, вот этот топовый блогер, вообще без понятия, что это такое, что такое топовый блогер, напишите в комментах, а. В общем, чтоб на кого-то там любимый блогер, у меня таких нет, вот, ну, знаете, я некоторые аниме, вот, как под настроение, можно смотреть до упора, так конкретно недавно просмотрела Торадору, начала спинка некоторых, смотреть подручную Луизу, нулевой Луизу, или как-то так, вообще у меня на Лиде оно называется... Луизы, ну Лизы. Ну, некоторые так это, над мозги так хорошо переводят, что потом прям сказка. В общем, как какой-нибудь аниме или фильм, вот что-то там обычно делаешь, слушаешь там еще что-то, не знаю, мама мне вязала, и я когда-то тоже пыталась вязать, вязала. Что-то так фоном смотришь его фоном и что-то делаешь. Вот так же к YouTube-блогерам я отношусь. Да, тут у меня еще поступали заказы на видео книжек, которые я читала за последние пару лет, я в основном читаю мангу. Простите. Мангу в электронном варианте. У меня в бумажном виде манги вообще нет. Я в глаза не видела в бумажном виде. Лично сама, ну, там на фотках там видела, да. Но лично сама ни в руках не держала, ни в глаза не видела.
И что-нибудь там древнее, допустим, читаю, могу, я все могу читать, я могу читать какие-нибудь статьи, заметки, там что-то по тему, на тему перевода, там вот что-то мне интересно, какой-нибудь исторический момент в том же этот Сенгоку, я не бельмеса, что это, я иду гуглю там в какую-нибудь Википедию. Книжки я могу обозреть те, которые у меня есть в наличии моей библиотеки небольшой личной. Я как раз сейчас разбираюсь в основном, в основной личной библиотеке домашней, потому что есть какие-то книжки, которые чисто в моей комнате. Именно книжки, как моя мама говорила, которые нравятся, они должны быть дома. Вот те книжки, которые я читала и которые у меня есть в наличии, хоть я их читала 100 лет назад, допустим, я могу их обозреть. Если вам это интересно, я так поняла, по двум как минимум комментам, это как минимум двум человекам интересно. Так, чтобы еще-то, там что-то говорили, ну там я помню ваши запросы, я их записываю, конечно же, у меня они все есть. Я постараюсь себя как-нибудь взять за жабры, откинуть свою лень и записать эти видео. Если не все, то хотя бы частично. И тот вопрос, который, запрос, который периодически возникает, ребят, простите, те, кто любят этот АСМР в виде меня, на камеру есть, я ничего не буду. Кот забрался на стол сзади. Вроде у меня там никакой еды особо нету. В общем, кушайте на камеру, пробовать эти конфетки на камеру. Честно сказать, я вот этого прикола не понимаю, вкусняшки пробовать. Это откусил от одной, сказал, с какой она начинкой, откусил от другой, сказал, с какой она начинкой, и что, оно лежит вот так? И сохнет, и ждет, а может, я сейчас не хочу это есть. А вот, допустим, меня одно время прет чисто вот на молочный шоколад, хотя я люблю черный на самом деле. Или меня прет вот на конфетке какой-нибудь там, стеночкой такой. Или сейчас вот меня радовали с вафелькой, или еще что-то, ну, под настроение-то я не могу угадать, чтобы я сижу, допустим, пишу вам видео, у меня там куча каких-нибудь безешек, конфеток, печенок, и я вот только одну из них могу реально откусить, остальное меня просто воротит. Вы меня, конечно, извините, можете там отписываться, вопить, какие-нибудь комменты писать в вашем стиле, на ваше усмотрение, но лопать на камеру больше не буду, плюс еще тот видос, когда я пошла на поводу, я тогда еще общалась с Натальей из Екатеринбурга, кажется, ВКонтакте она у меня была, она что-то там тогда прикалывалась, что типа, что просили, то получили. Я там поел на камеру, услышала кучу такого супер. Я, конечно, понимаю, что на дураков внимания не стоит обращать, но просто как-то это немножко напрягает, когда тебя просят, ты это делаешь, вроде как вкладываешь душу, ну, допустим, не душу, а тратишь время, но люди потом вякают что-то такое. Короче говоря, по поводу жранья на камеру в любом виде, это облом. Я могу там, может, я понимаю, что я когда-то не понимала это АСМР, и пыталась что-то там заснять, в основном это был какой-то стёб, я там пила какое-то какао. Я, конечно, могу попить какао, если вам хочется. Надо буду его как-нибудь сварить, специально попить. Что-нибудь там говорить такое от себя. Но я в упор не помню, что говорила в этих видео, я их даже не все до конца осилила. Не все даже вообще осилила. Ну, а по поводу блогеров, болтологическое видео такое. Наверное, те, кто просили запрос исключительно о блогерах, будут недовольны. Ну да ладно, в общем, нет у меня любимых блогеров, так чтобы вот на совсем конкретно фанатизма. Я вообще как-то в этом плане не потребитель. Не то что блогеров, а вообще не потребитель. Но смотрю я вот именно то сейчас у меня в подписке, подписка у меня, кажется, открытая, по крайней мере, должна быть. Если вы зайдете на канал, и там вот этот плейлист, там еще что-то, канал или что-то такое, вот вся эта информация на YouTube, то там где-то есть, должна быть какая-то вкладка каналов, и там есть 6, кажется, человек, на которых я подписана. Это Пичизма, какой-то чувак, выкладывающий песни, давно уже не выкладывал, Вадима, не помню, как его там, Фомина, кажется, Экстази Офлайн у него была группа когда-то, и потом еще 4 бьюти-блогера. Две Лены, Настя и Наташа. В общем, спасибо за просмотр и до новых встреч, надеюсь. Пока.